Всем привет! На днях был на рыбалке и хотел на рыбалке записать обзор на изделие от компании Сибтермо. Вот на эту вот подушку. Подушечка от Сибтермо. Многофункциональная. Расскажи сейчас про нее. Но в очередной раз убедился, что на рыбалке надо или рыбу ловить, или обзоры делать. Прохладно, ветер, микрофон задуваем. Куда там в гараже делать обзор? Тоже зима у нас. Собаки лают, соседи ходят, там или еще что-нибудь, отвлекает все это. А здесь тишина. Тишина и светло, и тепло. Поэтому решил сделать обзор дома. Принес подушку домой. Подушка многофункциональная от компании Сибтермо. Многофункциональная — это здесь не зря. Вообще они ее позиционируют с изделием для спортсменов, которые рыбачат на соревнованиях там, или спиннингисты еще где-то ходят, с колена, допустим, встать на землю, чтобы не было влажно, сыро, потому что трава, земля, грязь, песок и все на свете. Или же помосты там на платных водоемах форелевых, где они участвуют на соревнованиях, тоже подложить, чтобы на доски вот эти вот самые. Да, можно на коленники, но вот эта подушка у них была сделана для именно этого. Сразу же они решили вот эти лямки на липучках, чтобы можно было прикрепить на банку лодки. Вот. Ну и так далее. Посмотрел я этот ролик и понял, что мне это надо. Вот просто необходимо. Со временем мой организм, видимо, стареет, невидимо стареет, а точно стареет, и начал выкидывать фокусы. У меня вообще на коленниках этих три штуки рыбацкие, давнишние. Я ими пользовался. Потом пришлось мне купить строительные. Маленько там от пластмассы побольше. И в итоге я купил еще тактические. Почему это вот это вот ход моих действий был такой? У наколенников резиночки, ремешки сюда вот под ногу зацепляются, да, и ходишь. Хоть штаны, хоть костюм толстый, да, зимний, но вот вставать на коленки перед лункой, иногда я с колена рыбачу, иногда с ящика и со стульчика, всяко разно, но бывают моменты, когда надо с колена порыбачить. Вот наколенники как бы выручали. Ну вот, до того времени, пока у меня вот эти вот резиночки, ремешки не стали перетягивать, ну, то ли мышцы, то ли сосуды. И после рыбалки у меня вот что происходило. Опухало это место, прям как будто камень под кожу засунутый, прям плотно так это опухало. И зудилось, чесалось, и где-то это продолжалось сутки. Даже чуть, может, больше, и потом это исчезало. Я вообще-то хотел сам себе шить. Вот так мучился, подумывал, надо маму напрячь, чтобы она мне шила какую-то подушку там, вот, под это самое, с мягким этим самым наполнителем. Где-то несколько лет вот это у меня эта самая мысль была, и тут выпускают ролик с новой своей продукцией компания Сибтермо. Все, думаю, маму не буду напрягать. Поехал, купил. Рыбачу на льду. Под колени подкладываю, если это нужно. Подкладываю под пятую точку на какой-нибудь стульчик. Даже на кресло. Карповое кресло. Когда на фидер рыбачу. Устает пятая точка сидеть на одном и том же. Там полдня там положил подушку. Сменилась как бы дислокация, и уже, ну, передышка, и тут как бы удобнее получается. И еще одно. Купил лодку взамен старой своей. Тоже с возрастом стало тяжело по елку собирать, разбирать. Купил бешеный надувной матрас. Вот на старой лодке у меня были на банках накладки мягкие. Вместе с лодкой они ушли.
новому хозяину. Одна накладка без сумки, другая с сумкой. Ну, сидеть не на фанере, накладка — это вещь хорошая. По подушечке. Я как бы оказался прав в своих умозаключениях. Сидишь на банке, удобно, надо тебе передвинуться, ты вместе с подушкой даже двигаешься. Все чудесно. И даже больше скажу, мне она больше понравилась, чем цельная. Во-первых, на всю длину банки накладка, она при перевозке занимает место, это гораздо меньше. Я не уговариваю никого, я просто свои ощущения рассказываю. Потом, когда сидишь на банке, ну вот на этой подушке, да, надо тебе переместиться, ты вместе с этой подушкой перекатываешься по этой банке, переезжаешь на другой борт, туда-сюда, на середину. Удобно. Вот это я для себя подметил как удобство. Может, вы скажете, там, что-то там, ну, сочиняет там мужик. Ну, действительно, если мне комфортно, то это мне комфортно. Я не это самое. Никого не уговаривают. Для меня вот это вот, я говорю, когда увидел этот ролик, презентация этой подушки от компании Симптерм, я думаю, все, вот это вот, вот, вот то, что мне надо. То есть, практически, действительно, она не многофункциональная, куда угодно. Томочка, дай мне мою подушку. Под коленки кину. Вот такое чудо я взял себе и понял, что, ну, не прогадал, и все отлично. Все нравится. Материал не пропускает воду. Размер ее вполне достаточный, чтобы встать двумя коленями или сесть пятой точкой. 43 сантиметра у меня вот здесь вот получается. Здесь 26, и высота ее 6 сантиметров. Имеются липучки. Вот это вот, это я увидел в ролике и думаю, это у меня рыбки там. Короче, вот об этом ремешке объяснили. Ящик рыболовный, да, у него лямки. Вот за эти лямки цепляются вот эти вот две липучки. И все. И эта подушка лежит на ящике. Никуда не теряется, никуда не это самое. Все, она вместе с ящиком. Но я еще прицепил веревку сюда на карабин. Тут для ходовой рыбалки, если, допустим, ну вот пошел куда-нибудь по лункам, да, здесь карабинчик. Застегнул за куртку. И все, и пошел. Она вот за тобой там болтается, идет, подошел к лунке, постоял, на коленочке встал, половил, все. То есть вот, вот для этого. Здесь на липучке открывается. Можно внутренности, вспененные, это самое, белый, не знаю, как уж он называется, но это не поролон, это вот пенка, которая подложка фольгированная с одной стороны, с другой стороны просто мягкая. Можно, если уж она когда-нибудь с годами там просядет, примнется, можно ее поменять, стоит она недорого в строительных магазинах. Все. Сделано в России, город Омск. Бирочка наша. Пошито очень хорошо, грамотно, без всяких этих самых, нигде нитка не распускается, нигде не рвется, нигде ничего. То есть прочный материал, вода непроницаемый. Чудесная штука. Был доволен на рыбалке летом в лодке. На стульчике рыбачил, на фидер тоже на ней сидел на стульчике. Ну и вот под коленки подкладывать, потому что с наколенниками уже стало вот проблематично мне. Вот это перетягивает, опухает. Все, всем пока. Спасибо компании Симптерм вот за такую штуку. Вот выручили просто... Звезды сошлись, и все, и я приобрел, и вы выпустили, и я доволен, очень доволен. Все, всем пока.